Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Хотя спорный вопрос между Гупсе Азаем и Эльчин Сангул создает повестку дня в социальных сетях, может быть немного сложно написать длинную статью на эту тему. Гупсе Азай и Эльчин Сангул – два самых популярных и известных актера Турции. Гупсе Азай женат на известной актрисе Барыш Ардуч и живет в очень счастливом браке. Эльчин Сангул является поклонницей Барыша Ардуча и высоко оценивает эти отношения. Эта тема много обсуждалась в социальных сетях, и дискуссии начались быстро после того, как Эльчин Сангул сказала, что Гупсе Азай красивее. Сравнивая Гупсе Азай и Эльчин Сангул, не следует забывать, что поскольку красота – это очень личное понятие, понимание красоты у всех будет разным. Красота – это горячо обсуждаемая среди женщин тема. Красота основана на культурных и социальных нормах. Красота варьируется вне личных предпочтений, в соответствии с критериями культур. Говоря о красоте, важно учитывать влияние культур. Гупсе Азай и Эльчин Сангул понимают красоту по-разному. Можно сказать, что они оба очень популярные и успешные актеры. Можно сказать, что у Гупсе Азай более классическая красота, а у Эльчин Сангул более современная красота. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Хотя спорный вопрос между Гупсе Азаем и Эльчин Сангул создает повестку дня в социальных сетях, может быть немного сложно написать длинную статью на эту тему. Гупсе Азай и Эльчин Сангул – два самых популярных и известных актера Турции. Гупсе Азай женат на известной актрисе Барыш Ардуч и живет в очень счастливом браке. Эльчин Сангул является поклонницей Барыша Ардуча и высоко оценивает эти отношения. Эта тема много обсуждалась в социальных сетях, и дискуссии начались быстро после того, как Эльчин Сангул сказала, что Гупсе Азай красивее. Сравнивая Гупсе Азай и Эльчин Сангул, не следует забывать, что поскольку красота – это очень личное понятие, понимание красоты у всех будет разным. Красота – это горячо обсуждаемая среди женщин тема. Красота основана на культурных и социальных нормах. Красота варьируется вне личных предпочтений, в соответствии с критериями культур. Говоря о красоте, важно учитывать влияние культур. Гупсе Азай и Эльчин Сангул понимают красоту по-разному. Можно сказать, что они оба очень популярные и успешные актеры. Можно сказать, что у Гупсе Азай более классическая красота, а у Эльчин Сангул более современная красота. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.